Із 1 липня у мешканців Дніпропетровської та області новий постачальник газу. Чи потрібне переоформлення договорів? Що чекає на городян у зв'язку із цим? Маємо інформацію від наших глядачів про те, що на дільницях газового господарства черги, нерви і скандали, а багато людей просто не знають, що їм робити і чи треба щось робити. Ці питання сьогодні адресуємо нашому гостю, помічник голови правління ПАТ «Дніпрогаз» Валерій Шарапов. Добрий вечір нашому гостю. Ви слышали, да, о чем я сказала. Действительно, вопросов масса. Рассказывайте, что ждет жителей города и в связи с чем? Ну, во-первых, эта компания в ходе реформирования нефтегазовой отрасли по соглашению нашего правительства с Евросоюзом, с организациями Евросоюза, продолжается работа по выделению, значит, добычи газа отдельно, транспортировки или распределению, что выполняем мы сейчас, и непосредственно поставки потребителям газа. Так вот, с 1 июля сейчас лицензию на право поставки газа получила наша организация Днепропетровская, Днепропетровск Газбыт, который будет обслуживать территорию города Кривого Рога района, города Днепропетровского района и всей области нашей по специальным договорам, разработанным Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг. Специальные договоры с потребителями, они чем-то отличаются от предыдущих? Для потребителей, я имею в виду. Для потребителей они отличаются, я извиняюсь, только тем, что они будут трехсторонние. Но сейчас решается вопрос для коммунально-бытовых потребителей, особенно тех, которые закупают газ, должны закупать газ по тендерным процедурам, то есть бюджетной организации. Там вопрос немножко не ясен, потому что у нас действуют два параллельно законодательных акта, противоречащие друг другу. Но это Министерство экономики с НКРЭ должны в ближайшее время решить. Потому что Министерство экономики и с казначейством настаивали, чтобы договор был двухсторонний, а НКРЭ разработала трехсторонний договор. Но это детали, которые не касаются населения. Да, с населением. Да. Население будет заключать постепенно, не одновременно. Это будет определенный процесс, потому что только в городе Днепропетровске более 400 тысяч абонентов. Давайте еще раз уточним. Все люди должны прийти куда-то и переоформить, получить новый договор, да, заключить новый договор. Конечно, правильно? Нет. Конечно, нет. Нет. А как? Значит, люди не должны приходить. Мы это сделаем постепенно в ходе либо выполнения профилактического планового технического обслуживания, так, либо контролеры при проверке счетчиков. Поэтому толпиться ни в коем случае нельзя. Если у абонента есть необходимость перерасчет сделать, уточнить показания, и он придет в любую из абонентских служб, которые будут также работать в том же режиме, потому что мы осуществляем, так сказать, распределение и функции абонентского обслуживания. Мы сохранили за собой эти функции, хотя лицензия и право реализации газа перешла к новой организации. Мы постепенно со всеми заключим договоры, потому что только вот надо в трех экземплярах 400... тысяч, это 1,5 миллиона сразу надо напечатать, на это надо средства, типографии, бумаги. А эта норма вошла с 1 июля очень резко и для нас, и для абонентов. Поэтому появляются очереди. И хотелось бы успокоить абонентов, не переживайте, договоры все заключатся, а платежи надо выполнять своевременно в соответствии со старым договором 30 числа, 1-го, 2-го, но обязательно показания счетчика надо отдавать так, как своевременно, и как и было. То есть вот сейчас, если, например, я, да, у меня нет сейчас потребности делать перерасчет, я плачу за газ так, как платила, так, по старой платежке, на так, старый, по своему лицевому счету, да, на адрес Днепрогаз. В адрес Днепрогаза, на по лицевому счету, но у вас в банке, Сбербанке, сейчас Приватбанк подключается к этой работе, Укрпочта работает, у них уже автоматически вам будут идти платежи на счет новой организации, на специальный, значит, текущий счет со специальным использованием. Просто изменится постачальник автоматически, если это автоматический платеж. С 1 июля, хотим мы, не хотим, хотят абоненты, нет, уже деньги поступают новому поставщику газа. И там в ходе работы по
платежам, вернее, в ходе этой операции, высветится на новом расчетном счете, уже высветится даже новый лицевой счет абонента, угу, который произведет первую уже оплату. Угу. Так задумано, так что волноваться не надо. Но сейчас у нас счета 4-5-значные, будут 9-значные, потому что три структуры производственных акционерных обществ открытого типа Криворожжя, Днепрогаз и Днепропетровскгаз будут снабжаться на этой лицензионной территории одним поставщиком. Поэтому надо счета поменять и привести в соответствие. Так, с этим прояснили. Давайте на минуточку я напомню нашим зрителям. Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, я напомню, мы говорим по газовой теме. 370-3101, прямой телефон студии. Пожалуйста, готовы слушать ваши вопросы. Дальше. Гарантируете ли вы то, что если сейчас люди платят по старым, как мы говорим, да, договорам, не будет ли там какой-то неразберихи с суммами? Потому что были такие жалобы от людей, что приходят там счета одни, у них другие расчеты. В общем, какое-то несоответствие здесь было уже у людей. Могу успокоить абонентов. Осталась база данных одна и та же. Но, к сожалению, очень много новшеств появилось в этом году. То есть два раза поменялись нормы газопотребления. И у тех людей, которые без счетчиков, особенно если льготники и субсидианты, возникли проблемы. Норма стала меньше, значит, по норме платит государство, а сверх нормы по новой цене уже должен платить абонент. Некоторые этого не знают, либо знают, но не уточнили. Поэтому там возникают разногласия. Потом, по новым правилам, если абонент заплатил в марте за февраль, показания счетчика систематически показывает. Показания счетчика, записывает их в расчетных счетах. Март-апрель, когда произошли все изменения, и в последующие месяцы, то ничего страшного. Но если они с февраля где-то не заплатили вовремя, не показания счетчика в ней представили в абонентские службы, то там могут быть вопросы, потому что нормы поменялись, цена поменялась. И могут выставить уже по новой норме, наверняка, да, я так думаю. К сожалению, в постановлении последнего кабинета министра оно предполагает, если абонент не своевременно по договору в положенные сроки 30-го, 1-го, 2-го оплачивает и показания не дает, некоторые умышленно немножко сделали, маленькая хитрость, по старой цене заплатить чуть больше, не показать показания счетчиков. Но оно может вылиться как раз в те противоречия, которые вызывают сейчас большие очереди. Что советуем? Советуем своевременно платить из месяца в месяц. Да, ровно из месяца в месяц не возникнет никаких проблем и перерасчетов практически не будет. Но я думаю, в процессе заключения договоров все это наладится. Возможно, будет выяснить. Есть у нас телефонный звоночек с вопросом. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Добрый. Громче. Вот господину такое, почему убрали Жовтнево района на Победе газовую контору? Куда ее перенесли? Это один вопрос. Жовтнево района была, теперь ее нету. Так. И второе. Если у абонента было переплачено новому поставщику, то есть, вернее, старому поставщику сотни гривен больше, они перейдут новому поставщику, это переплата или нет? Да, спасибо. Да, на Победе действительно знаю, что там убрали, да, один из офисов. В том, что эти маленькие помещения, которые арендуются у местных органов самоуправления, ну, во-первых, они не соответствуют требованиям. Мы сейчас сделали центральный офис большой, сделали 7 окошек, подключаем инженеров, и то у нас большие очереди. Для всего, для города или для района Жовтнево? Нет, это мы сделали именно для центральной части, потому что у нас было 16 участков абонентских групп, приближенных к населению. Но, к сожалению, сейчас арендная плата большая. Я поняла, у вас экономия, вы перенесли всю, назовите адрес, куда сейчас приходить. Сейчас они все Володарского 5, Володарского и там свободно 5. Можно. Там и мастера сейчас сосредоточены, контролеры и операторы. И я же говорю, если немножко сейчас наладится, мы видели наших абонентов раз в 5 лет. А некоторых совсем не видели. Неправда, почему? Нет, мы видели, может быть, они, они приходили иногда. Сейчас все эти абоненты, 400, а 50% точно, пришли в течение 1,5-2 месяцев. Ну, это ваша инициатива, они же не по своей воле пришли. Это не наша инициатива, это реформа нашей газовой отрасли. Это не наша инициатива, к сожалению. Но, тем не менее, мы постараемся сейчас и мониторить это, и как-то улучшать их положение. И просим горисполком оказать сейчас помощь, может, с выделением
немножко подешевле, чем на аукционе покупать помещение. Возможно, будете сообщать. Я почему тороплю вас, потому что очень много вопросов. Второй вопрос был, если была переплата старому поставщику, перейдет ли она новому поставщику? Никаких волнений не должно быть. База абонентская осталась та же. Так что обязательно пересчитайте. Я поняла. Есть у нас очень тоже большая такая тема. Она касается установки газовых счетчиков. Вы знаете, тема тоже не очень все понятно. Вчера в эфире у нас была заместитель городского головы. Вот прозвучала такая фраза, что сегодня, к сожалению, люди, которые поставили счетчики, которым поставили счетчики, они оказались в более сложной ситуации, чем люди, у которых счетчиков газовых нет. Можете объяснить, почему? Или это не так? Могу объяснить, потому что когда делались нормы газопотребления для наших потребителей без счетчиков, то делались они несколько лет и экономически обосновывались. И мы ставили даже дополнительно счетчики, по всей области было 50 счетчиков на дома, чтобы проверить, какое все же газопотребление на семью, в среднем на квартиру, на плиту, на газовую колонку. Завышенные они у вас, очень завышенные. Вот, что я могу сказать. Мы настаивали, чтобы были региональные. Для юга одни, для севера другие, для запада, востока немножко. Мы сейчас о Днепропетровской области говорим. А мы сейчас говорим об области. Эти нормы у нас иногда не соответствовали, в 2-3 раза, наоборот, были занижены. Потому что, к сожалению, все касается качества теплоснабжения. Если теплоснабжение в некоторых районах и регионах у нас плохое, то люди начинают пользоваться. Это незаконно и нельзя, и для здоровья это плохо очень влияет, но не плитами. А вы взяли и на целый год большую норму установили, Вот посмотрите, это не мы устанавливали. Я понимаю. Это самая большая ошибка, это наших потребителей, и даже некоторые руководители большого ранга считают, что цену на газ устанавливают газовики, нормы газовики, к сожалению, это регулируемые цены и регулируемые нормы, они устанавливаются только правительством. Сейчас нормы от экономически обоснованных занижены в 4 раза. И даже «Нафтогаз Украины» наконец-то это понял и забил тревогу. Ну что люди... Ну какая сейчас норма на человека? Вы понимаете, у нас не одна норма, а норма у нас в зависимости от приборов, которыми оснащены кухни. У кого нет счетчика? И газовая плита, какая норма? Нормы устанавливаются только для тех, у кого нет счетчиков. Для служб субсидий льготников. Тут устанавливается норма, социальная норма. Но они разделяются, они все на сайтах есть, чтобы люди не путались. Ну, назовите цифру для тех, у кого нет счетчика и газовая плита. Нельзя назвать норму для тех, у кого нет. Они же, я говорю, для плит одни, для плиты и колонки другие, для плиты, колонки и газового нагревателя третьи, и для их комбинации четвертые, в зависимости от площади. Нельзя сказать. Они получается сегодня, что платить без счетчика дешевле, чем платить по новым тарифам по счетчикам. Нормы занижены, в принципе, от экономически обоснованных в 4 раза. То есть были нормы, допустим, 9,8 для одной плиты. Ее сделали 4,5. А сейчас еще уменьшили ее практически в 2 раза. Вот это на пример я говорю. И получается, сейчас выгодно один человек прописан, либо два, потреблять по норме. Потому что по счетчику все равно они возьмут 1,9,8. Не может же человек один раз в день питаться. Я поняла. Давайте послушаем телефонный звонок с мобильного у нас. И потом продолжим. Ждут уже давно. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, я инвалид войны второй группы. Льготы даются не на месяц, или они высчитываются по прогнозам за каждые сутки? Потому что мне где в разы повесили долг, за то, что насчитали, у меня положено 398 зимний период на месяц. Один период, половина была месяца теплая, я топил меньше, вторая холодная, я натопил, но я вписался в норму. Отмени меня, принесли долг. Мне, ответьте мне правильно и конкретно. Мне льгота дается на месяц или посуточно? Вы поняли, да, о чем знаете? Я понял. Пожалуйста. Дело в том, что этот вопрос больше надо адресовать к службам, к управлениям труда и соцзахисту. Они рассчитывают. И причем все время правила сейчас меняются. И сейчас поменялись правила. Надо абоненту уточнить и получить новый расчет. То есть ему надо пойти на Володарского, инвалиду войны, да? Нужно вначале управление труда и соцзахисту по месту жительства. А потом они дадут нам запрос, и мы рассчитаем точно новую норму. В зависимости от процентов погашения, вернее, процентов льготы. Я поняла. Там процесс нормы. Установки счетчиков бесплатных, он сегодня продолжается? Процесс установки счетчиков продолжается и очень серьезными темпами, потому что нам выделили средств.
на 9 тысяч счетчиков, вернее, запланировали 9 тысяч счетчиков, мы физически можем сделать 4,5-5, поэтому да. мы подключили. А денег у вас на больше, да? А денег у нас на меньше, потому что, к сожалению, это по ценам прошлого года, и немножко там сделали корректировку, но цены, вы знаете, как у нас меняются. Я спрашиваю, да. конкретный адрес Кирова, 141, месяц назад собирались ставить счетчики, половина дома с газом, половина без, счетчиков нет. Люди почти месяц без газа. Вы это знаете, вот конкретно процесс... по этому адресу надо уточнить, потому что мы подрядчиков поручили, а они где людям уточнять? Никого нет. Вот говорят люди, никого нет, никто не приходит, никто не звонит, газ отключили. Дело в том, что если бы заранее подготовили, я вам сказал, когда у них там будут работы. Потому что приходят строители, они все замеряют, потом делают заготовки, потом закупают количество необходимое, заходят. Это определенное время требует. Но продолжают интенсивно, и людям обязательно поставят в этом году максимум. Вы нам после эфира обязательно уточните, и телефон свой оставите, чтобы мы знали, что говорить, конечно, да, что отвечать да. людям. Я хочу сказать, есть еще колл-центр у нас, и телефончик надо заполнить всем. И новым потребителям запомните, старым это очень простой, по городу Днепропетровску, потому что есть по региону Криворожскому, Днепропетровской области разные немножко телефоны. У нас 78-78-104. Вот, любые вопросы, связанные с организацией обслуживания клиентам, всем звонить на колл-центр. Надо, да. Вы гарантируете, что туда можно дозвониться? Дозвониться. Вы только что позвонили по такому же вопросу, нет газа, да. Криворожская 42. Такая же проблема. Вы устанавливают, знаете, отключили люди месяц. Я с собой месяц взял, на всякий случай, там, где у нас ведутся плановые работы, там, где у нас счетчики устанавливаются, но у меня они на том столике, все данные. Я поняла. Номер не помните сообщить. Сейчас наизусть. Если не помните, оставите, значит, мы обязательно сообщим. Да, у нас в таком состоянии много. Около 90 стояков, это около примерно 100-120 домов ежемесячно у нас в таком состоянии, но мы плавно все работы заканчиваем. Это почему? Потому что не хватает у вас сотрудников, персонала не хватает? Дело не в этом. Дело в том, что самая большая сложность – это отпуска людей и нет доступа в квартиры некоторых людей. И когда производится отключение одного стояка, мы не имеем права по правилам безопасности системы газоснабжения, не проверил систему и осмотр не сделал, сделал систему газоснабжения, пустить газ. Потому что связано с опасностью для других. Еще такой вопрос. Очень много людей жалуются на то, что оформлять документы в вашей организации чрезвычайно сложно. Например, документы по колонкам. Да? Люди меняют самостоятельно колонки, вернее, сотрудники ваших компаний меняют колонки, потом их нужно как-то узаконить, Нереально. Что с этим делать? Что я могу посоветовать? У нас монополий на работы по газоснабжению вообще нет. Дело в том, что мы все акцентировали свои усилия на выполнении государственной программы. Все сварщики, слесари, я говорю, даже привлекаем других. Ну, вот люди за свои деньги уже за платят деньги. Вашим сотрудникам деньги и вот устанавливают. Слушайте, ну это так но называется. Но узаконить они хотят, то когда, должны у вас. Когда они берут колонку в магазине, то поверьте мне, на 99% приезжают работники магазина и устанавливают. И даже шланги от стиральных машин. Это конкретный случай, я говорю, было установлено работниками газового хозяйства. Как ее узаконить? Работники газового хозяйства выдают акт установки. Акт ввода в эксплуатацию. И не верьте, кто говорит, что это работники газового хозяйства. То есть должен быть акт, и тогда обязательно. Что? Должен быть акт ввода в эксплуатацию, тогда эта колонка узаконивается автоматически. Если сейчас не узаконено, надо заявление писать в отдел обслуживания клиентов, там расскажут полностью всю схему. Вот этот ваш перечень документов. А перечень документов связан только с опасностью для жизни, потому что будет только владелец этой квартиры имеет право заключить договор, выполнить работу и отвечать за безопасность своих соседей. А это все требования указаны в постановлении Кабинета министров, вот, 2246, и там написано четко. Я вас поняла, заканчивается наше время. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я надеюсь, ситуация вот с переоформлением, с новыми договорами будет таковой, как вы сейчас ее описали, и у наших жителей проблем не будет.